Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в финалочку на серии Magic Holy Play, первый серий. Моник здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня можно сказать, возможно, пацаны, будет возвращение рубрики Мурка в деле. Да, именно Мурка, вон, та тачка, которая стоит сзади меня. Но если мы на этой серии наберем, пацаны, 150 лайков и... Не, ну давайте, ладно, не 150 лайков, не будем загадывать. Если мы на этой серии наберем много просмотров, много лайков, то будет продолжение. Возможно, я начну обратно стабильно снимать эту рубрику. Там, хотя бы раз в неделю буду выпускать. Ну, в зависимости от того, как вы будете смотреть и ставить лайки. Короче, сегодня будет то, что я хотел очень давно еще сделать. Это попробовать переехать озеро. Вы скажете, ты что, ебанулся, блядь? Пацаны, это не первое, я у этого перелетал, пацаны, поэтому вы знаете, что я могу, да, у меня есть такое, я могу все. Короче, да, немного коцнул уже машину, ничего страшного. Короче, попробую перелететь озеро. Я зашел специально, сейчас рано, чтобы админов не было, потому что я не хочу вареник получить. Вы можете понимать, короче, что я хочу сделать, пацаны. Вот, видите, это озеро, я хочу вот так его переехать просто, попробовать вот так вот переехать. Вот. Находится оно вот в ВЧ заброшенное 2, короче. И вот здесь это озеро. Я хочу вот именно сюда надо попасть мне, чтобы перелететь, попробовать. Честно, я еще не пробовал. Реально, я еще не пробовал. Но очень хотел давно еще это сделать. Поэтому, пацаны, поддержите меня лайков, пожелайте мне удачи. И сейчас мы поедем. Будем пробовать, блин. Если я сейчас машину утоплю, то все, это будет полный пипец. Как бы, ремки-то у меня есть, я этого не боюсь. Но проблема в том, что если машина утонет, мне придется перезаходить, ехать, пробовать заново. Потому что, ну, здесь есть только, как бы, один шанс пролететь только, как бы. Поэтому нужно попасть, короче, да. Нужно попасть именно вот этот островок. Блин, я не рассчитал, что здесь вот этот трамплин есть. Блин, вот это хреново. Может, с другой стороны попробовать переехать сначала? Вот, через этот островок я хочу переехать. Может, с другой стороны лучше попробовать, потому что, видите, здесь я разгон нормально не возьму. Давайте, наверное, с другой стороны сейчас попробуем. Потому что там хоть разгонера можно будет взять. Там никакого склона нету. Бля, надеюсь, получится. Я не знаю, честно, пацаны, что сейчас будет, но я надеюсь, что получится. Так, берем тогда... сейчас отмеряем задним ходом. Ну, примерно, короче, вот так вот где-то отмеряем. Я вроде ровно стою, да. Бля, я не знаю, что с этого получится. Мне кажется, блядь, я не перелечу. Я, мне кажется, вообще не перелечу. Ну, давайте попробуем. Сейчас я заднюю сдам. Фух, пацаны, блин, это сейчас будет, конечно... Очень даже стрёмненько, потому что, бля, реально есть только одна попытка, пацаны. Либо да, либо нет уже. Я не пробовал еще. Я еще не пробовал. Если я сейчас стоплю машину, понятное дело, на этом все не закончится. Мне придется и логаться, и ехать сюда обратно. Но в том проблема, что я зашел специально утром, чтобы не было админов. Так, нет админов же, по идее. Не, нету пока что админа, все. Разгон берем, давайте, чтобы красивее было. Так. Давай, чтобы ее не сносило. Едем и пробуем сейчас перелететь. Я просто карту не вижу. Ёбаный в рот. Блин, надо было, видите, все-таки ближе туда брать. Да, я протупил, надо ближе, видите, сюда было брать, короче. Я бы так залетел, возможно бы. Ну ладно, сейчас релогнусь и попробуем еще раз что делать. Минуточку внимания, хочу посмотреть вам бизнес своего друга. Его бизнес это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО.
Так, пока я сюда ехал, я придумал сделать так, чтобы я постоянно не релогался. Просто вот подъезжаем сюда, пишем команду парк. Все. Теперь она будет здесь припаркована до рестарта сервера. Давайте, я думаю, все-таки с этой стороны так попробуем поехать. Хотя, блин, тут неровно, пиздец. Ну давайте, я все равно сейчас развернусь и попробуем с этой стороны. Попыток у нас теперь много будет, потому что тачка будет спамниться рядом. Все, погнали. Я карту не буду закрывать, чтобы хотя бы видеть, куда мне ехать. Потому что не сильно так понятненько. Так. Там дерево, блядь. Ёб твою налево. Бля, почти перелетел, реально. Почти, блин. Если бы я не уебался, я почти бы перелетел. Ну, половину я перелетел, пацаны. Это уже достойно, поэтому сейчас будем еще пробовать. Так, давайте я с другой стороны попробую, я понял, сука, если бы не склон, возможно, я бы здесь и перелетел. Давайте с другой стороны попробуем, короче, бырику сейчас. Думаю, с другой стороны, может и получится, блин. Просто я вот, в моей голове это происходило, знаете как, что я залечу на этот островок и поеду дальше, типа, и за счет разгона я дальше проеду. Но, блядь, что-то не получается. Почему-то не получается. Ну ладно, сейчас будем пробовать, короче. Давайте разворачиваемся. Давайте я без нитро попробую, потому что без нитро может получше будет даже. Это бывает такое, что нитро немного мешает. Так, надо на карту смотреть, блин, чтобы я не проебал. Так, сюда ехать. Есть, я залетел на этот островок, пацаны. Бля, вот это охуенно. Видели, как просто, как папочка залетел просто. Бля, тебе надо как-то туда перелететь дальше. Блядь, чё, пацаны? Не бирай ты вещи в КРМП, блядь. Так, давай, давай, давай. Не, не перелетит, сука. Разгон маленький. Видите, разгон маленький сильно. Ай, блин, не знаю, что делать. Может, сбоку? Не сбоку. Сбоку это я уже, блядь, сверхъестественно реально говорю. Если сбоку пробовать. Так, машинка у нас здесь. Ну, я так понял, да, с той стороны самый нормальный варик. Просто, видите, блядь, я, сука, не вовремя увидел, когда уже началась карта, куда мне ехать, потому что вообще бок. Сейчас прям вот отмерю прям ровненько и попробуем уже перелететь. Я думаю, сейчас должно точно получиться. Так, погнали. Я сейчас тоже попробую без нитро сначала. Потому что, блин, чтоб... Ну, попробуем сейчас и так, с нитро, и без. В принципе. Бля, давай, давай, давай. Есть, пацаны, есть, блядь, я это сделал, сука, я это сделал, блядь, просто, сука, лайк, пацаны, я, блядь, это сделал, охуенно просто, реально, просто охуенно, бля, это просто пиздец, я просто в шоке, реально, блядь, это просто реально охуенно, блин, я так и думал, что у меня это получится, блин, серьезно, вот я вам просто, блядь, слово пацан даю, что я до этого не пробовал. Как бы. Поэтому сейчас, давайте, не знаю, может, закрепим этот, так сказать, победный рекорд, такой сказать, для меня чисто. Реально, я очень давно хотел это сделать, но что-то, сука, руки не доходили. Короче, давайте еще раз закрепим этот результат. Так, давайте закрепим результат, короче. Сейчас пробую еще скриншот сделать красивый на превьюшку. Так, интерфейс я убрал, короче. Сейчас пробую скриншотик красиво ебануть. Бля, не получилось, малёха. Малёха не получилось. Ну, я вроде скриншот сделал. Но это из-за того, что я начал тормозить, короче. Ну, мне кажется, это не каждый сможет сделать, пацаны. Реально, не каждый просто. Вот я вам могу, блядь, дать БМВ даже. Вы вот попробуете, ну, или у кого есть БМВ, тоже можете попробовать. Ну, блядь, у вас не получится, серьезно. Ну, не с первого раза не получится. Это очень трудно, пацаны. Это просто мне повезло, что я уебался, потом рикошетом перелетел на другой остров. Блин, вот это я понимаю просто. Охуенчик. Просто охуенчик, пацаны. Ну, а кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Если хотите продолжение таких серийчик, то поактивнее давайте, пацаны, реально. Давайте поактивнее просто. И пишите, где мне можно еще, в принципе, поперепрыгивать на мурке. Либо там в ВК скидывайте места, скриншоты. Потому что я пока что не знаю. Я пока что не знаю, но у меня будет время подумать. Ну, все зависит от вас, пацаны. Если будет
на серии нормально так лайков, просмотров, то я продолжу снимать вот такие вот эксперименты и, так сказать, рубрика «Мурка в деле». Все, всем спасибо за просмотр. Кто хочет, кстати, к нам в Фому, то все есть в описании, там контакты есть. Есть беседа, ссылка на беседу, ссылка на Дискорд. Райткал там есть, короче, все есть. Все, всем, пацаны, пока-пока. From the outside, I was from the